Готовится к цветению карнатион букет. Бутоны лопнули. Ждем. Карнатион букет. Такие красивые бутончики у него. Карнатион букет готовится к цветению. Карнатион букет. Вот начинает он уже раскрывать свои бутончики. Еще не до конца, конечно, но уже видна вся красота этого цветка. Это межвидовой гибрид Сэдди. Он создал его в 1996 году. Невысокий, высота где-то 70 сантиметров у меня, по крайней мере. Ну и бутон видно, что он небольшой. Тут пишут 12 сантиметров. Наверное, так оно и будет. Отличает его уникальный цвет. Он такой цвет кремово-розовый, даже кремово-карминово-розовый. Ну, с таким отцветом более темного изнутри, туда ближе вот к основанию лепестка, цвет более насыщенный. Лепесточки плотные. Карнатион букет переводится как гвоздичный букет. Действительно, он похож очень на гвоздику. Даже лепесточки сложены, как у гвоздики, лепестки. И в центре должны быть тычинки. У меня они еще не видны. Только-только начинает разворачиваться. Вот все остальные еще на бутонах. Интересный цвет у нераскрывшегося бутона. Знаете, такой грязно-зелено-коричнево с коралловым. Очень интересный бутон, туго свернут. Он медленно и раскрывается. Я наблюдаю уже за этим пионом несколько дней. И раскрытие происходит очень медленно у этого цветка бутонов. Но оно, конечно, того стоит. Вот такой первый бутончик раскрылся уже. Мы его наблюдаем. Пион ароматный. У него такой терпкий аромат. Может даже гвоздики или какой-то пряности. Особенно он проявляется, вот сейчас жара стоит, и ветерок на меня навевает вот этот аромат. Стебли довольно-таки прочные. В опоре он не нуждается абсолютно. И он хорошо нарастает. Вот это у меня трехлетний куст. Вот всего лишь он третий год. Причем я корень огромный получила, разделила на два его. И вот два таких огромных куста у меня на третий год образовались и цветут. Но мы еще будем дальше за ним наблюдать, как он разворачивается, как он цветет. Карнатион букет. Гвоздичный букет от Сэдди. Карнатион букет уже разворачивает и разворачивает дальше свои бутоны, но еще не все. Два бутона. Вот такие уже. Третий. Ну, эти еще у нас в полураспуске. Таком еще грязновато. Такой розовый оттенок на них. Ну, еще будем ждать. А вот этот первый бутончик, он уже высветляется. И седой он еще красивее даже, чем молоденький. Седина украшает его. К
карнатион букет. Чудесный пион. Карнатион букет. Вот этот куст тоже полностью распустился. Даже уже осыпались у него первые вот бутоны. И вот он только-только разворачивается. Тот, где на первом, на полном солнце, он уже давно развернулся. Карнатион букет. Карнейшн букет. Гвоздичный букет. Вот это второй куст у меня, он полностью раскрылся. А первый кустик, который я снимала, он еще не до конца раскрылся. Там, видимо, ему влаги не хватает. Здесь тенечек, и он очень дружно раскрылся. Цветок не крупный. Нежно-кораллово-розовый. Лепесточки внешние вот так загибаются наружу, а внутренние сложены такими красивыми волнами. Немножечко начинает появляться седина на лепесточках. Чудесный сорт. Вот туда, к основанию лепестков, более насыщенный вот этот цвет, который очень трудно передать. Красивейший оттенок. Лепестки восковые. Они так и смотрятся, как восковые. Карнейшн букет. Гвоздичный букет. Да, действительно, как гвоздика. Вот. Как будто это все у нас такая гвоздичка. Карнейшн букет. Замечательный пион от Сейди.